Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Как подготовка к аудиенции? Все по плану? Да, ваше превосходительство. Его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Очередной цирюльник? Нет. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер. Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в Вызиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного времени. А на горле бритва. Твои люди погибли в бою, как подобает солдатам. Я вижу, ты не слишком озабочен их судьбой. Верно. Готов поспорить, что и они не слишком заботились о судьбе людей, на чью страну напали. Нордлинги. Вас можно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз против роста волос? Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Прощай, ведьмак. Или скорее до свидания. Превосходно. Теперь, ваша милость, извольте одеться. К сожалению, у меня не было точных размеров, вашей милости. Если будет жать, портной внесет поправки. Черный, черный и черный. Мы в Нильфгаарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Жаль, но у меня нет времени. А говорят, не платье красит человека. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Я не невежа. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Так, прошу прощения у вашей милости. Можно разве что шлюхе под фонарем поклониться, но не императору Нильфгаарда. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Что ж, движением недостает плавности и грации, но от нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. К
императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость, в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Им гриме айп арт херзир, дейтвин аден инкарн айп морвуд, эмгир вар эмрейс. Поклон! Император. Арэр айп то орде. Велен наман вадгерн, ваворд. Только месяцев при дворе Фольтеста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч? 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Мне нужны сведения, а не мотивация. Цири оставляет мало следов, поэтому найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведке и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мэри Рид, проводи его к чародейке. Ваша милость, вы меня не поняли? Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надлежит склониться. Спокойно. Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать. Хватит нарушений этикета на один день. Спокойно! Простите. Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я Эривард Гарон, князь Ланда. Я... Аннея. Рацлиден. Ай аннек эсэн эссэсэн. Аннея. Эссэсэ тавзиле эссэбатэн. Эссэмастрин. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Эн кельфи дангард враж. Эссе плентен айб норд маке. Энкельфи дан. Сихи... Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Импера, тогда записывай. На самом деле, власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники, а церковь Вечного Огня и преступники. Иногда одних трудно отличить от других.
Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Чего дикая охота может хотеть от Цири? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он дикой охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В двух местах, в Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Мерригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда? Отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен.
И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. На границе этого лагеря заканчивается... Арен Вангер. Аккайл. Зеген Атуэр. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири.